Да, есть. Вот этот костюмчик, который сейчас на мне, называется костюм для фигуранта. Только не фигуранта, а уголовного дела или еще чего-либо. Именно вот в таком одеянии вы можете заработать примерно 2800 рублей. Это когда вас специально заставляют, чтобы вас кусала собака. Для этого вам нужен такой костюмчик. Но помните, что собака – животное умное, поэтому оно все равно будет стремиться укусить вас именно в ваше лицо. Поэтому никому не хочу посоветовать попробовать это просто так, без профессиональной подготовки. Да, ну и еще одно. Костюмчик такой, как скафандр. Через 5 минут такое ощущение, что пот течет внутри тебя. Поэтому вот такая обновка. Пошли на работу, нас ждут.